Катя не курит. Катя сейчас приедет, я жду Катю как раз таки. Сижу, жду свою лису. Все, гоню, бери фильтр. Ладно, так уж и быть, уберу фильтр. Он вам мешает. Привет, такой вопрос. Хотелось ли тебе уйти из дома 2? Посещали такие у меня мысли? Посещали. Но я думаю, пока не время. Вот. Но наступит тот день, когда я, дай бог, с девушкой со своей уйду за периметр. Что, приехал, мама? Да, вот вроде встреча где-то рядом. Катюха тоже где-то рядом, я тоже встречаю. Чё ты говоришь? Катюха тоже подъезжает. А куда она ездила? С Катей или без? Не знаю, время покажет. С Катюхой или нет, это покажет только время. Я на самом деле не загадываю ничего. Вот. Мюнхен. Это Навин. Безус, нормальный пацан, мужик, как его назвать. Парень нормально. Вижу ли я будущее с Катей? Возможно, да. Скорее всего, да. Но я пока... Мы пока притираемся, мы пока узнаем друг друга, поэтому... Многие пропускаешь вопросы. Крис покидает проект, не знаю. Это твои самые долгие отношения на проекте? Да. Это мои единственные отношения на проекте, я бы сказал. Все остальное это сложно назвать отношениями на самом деле, поэтому. Выкурил сегодня целую пачку сигарет, вообще не представляется. Можешь помочь образы подобрать? Конечно же могу. Why are you dressed like that? Like what? Круто, если да, я буду за вас рада. Спасибо большое, спасибо от души и от целого. Мама Сережа, она здесь. Мами, ты очень редко начал выходить в прямые эфиры. Можешь по возможности почаще выходить. Да, обязательно буду почаще выходить в прямые эфиры. Не, все хорошо у меня, слава богу. Слава богу. Все хорошо. Funny. Like funny. Ну и рожа у тебя Шарапов. Ты знаешь английский? Sure. Конечно. Что делаешь? Я сижу, жду Катю. Сижу, свою девушку жду. Встретить ее первой, с улыбкой, обнять ее, чтобы у нее также было прекрасное, хорошее настроение. Прежде чем, как она зайдет туда, в дом, нужно радости. Ужас, сбрейте усы. Какой же ужас. Кому пришли девочки? Одна пришла к Тиграну. Ну вот, но уже, видимо, ей нравится Безус, а вторая пришла просто потому, что она красивая девушка, и пока симпатии у нее на проекте нету, вот. Хорошие усы, спасибо большое.
Да, это жесть. Да, ну ладно. Надо подстричь их чуть-чуть вот так вот, чтобы они как-то ровно были, нет? Они врут. Вот так ты похож на испанца. Еще маракасы в руки и в танцевальный путь. Ра! Мадрид. Que pasó? Где Катрин? Только что ей. Катя приезжает, Ваня. Когда приезжает Ваня? Ваня приезжает. Надеюсь, скоро у него уже все уже там, это. Надо их сбить чистым, чистый амиго. Que pasó, amigo, me cago en la hostia. A quien no le gusta mi bigote, que se puede ir a tomar por el culo. Долго Катя еще ехать? Нет, минут 10. 9 минут осталось. И без усу заодно сбрейте. Так с Катюшкой открылся, интересен стал. Спасибо большое, спасибо. Я всегда был интересен. Просто многие хотят видеть то, что они хотят видеть. А они хотят видеть то, что постоянно видели в своей жизни. Люди, стремитесь к чему-то хорошему, к чему-то более новому. Не спешите судить книгу по обложке. Вот так вот я скажу. Приезжайте в Одессу. С радостью бы приехал в дорогую Одессу. Люблю Одессу вообще. Серега, сбри усы. Нет. Не сегодня. Статусы из ВК пошли. У меня нету ВК, не знаю, что это такое. Давно его не читал. Не читал никаких. Я просто говорю о том, что я прошел через свою жизнь. И о том, о чем я могу твердо заявить. И если цитата подходит к какому-то определению моей мысли, то я обязательно ее скажу. Вот, Катюша здесь. Через 9 минут подъезжает. Я тебя жду, Катенька. Когда с Катей вы спали, не знаю, посмотрим. На улице реально очень холодно стало. Интереснее, как мужчина по отношению к девочкам, как лишь всегда интереснее без девок. Да. Как тебе усы, Катя? Прекрасно, да, я думаю, усы вообще. Самая яркая пара, спасибо. Сереж, Крис правда покидает проект? Я не знаю. Если Катюха скажет сбрить усы, да, я прислушаюсь ее. Усы, как у лисы. Твоей маме нравится, Катя? Естественно, очень сильно ей нравится моя мама. Моя мама просто кайфует, тащится от Кати. Если бы я сделал завтра ей предложение, то послезавтра мама была уже бы в Москве. Часто счастливая. Спасибо тебе большое. Ты шаришь. Ты реально шаришь. Крис, ты уходишь с проекта? Да или нет? Нет. Крис не уходит с проекта. Когда свадьба? Эх. Скоро. Скоро будет свадьба. Мама смотрит эфиры. Не всегда, но да, пытается смотреть как-то эфиры там. Пытается быть в курсе моей личной жизни. Не только от моих слов,
но еще и с прямых эфиров, поэтому да, смотрю. Ой, ты так хотела к нам на проект, но не получилось, не в этот раз. Ну, может быть, в следующий. Зато у вас скоро легализуют в стране медицинские, это, натуральную медицину, вот. Кто-то тоже рад. Можно к тебе на проект? Ко мне на проект, наверное, уже нельзя. На самом деле, я настолько уверен в Кате, что еще чуть-чуть, еще вот, я еще погляжу вот пару ситуаций. Я думаю, можно спокойно уже делать ей предложение. Да лучше было бы все как раньше. Так как раньше уже не будет никогда, запомни, Стелла. Сергей, ты хочешь дед Катюши? Ты бы об этом задумывался? Конечно, задумывался. На самом деле, возможно, невозможно, а, наверное, хотел бы, да. Катюша Горина. Катюша Горина. Немножко пресса в студию. Хочу сейчас начать заниматься активно вообще. Машину убить. Убийство просто быть. Чтобы не только девки падали, но и пацаны. Те, кто быкует. А то последний раз я ходил с фингалом. Из-за того, что просто я хороший человек. Убрать Элину с проекта, и будет огонь состав в основном проекте. Я вот сейчас задумался, на самом деле, это, возможно, это не так. Элина все-таки дает вот эту вот жару, которой иногда не хватает. Другие бы жару так не давали бы и не терпели бы многое, что терпит Элина. На самом деле, Элина во многом тоже молодец. Вот, я тоже так думаю. Мы не будем ругаться ни за что. Представляю рыжего Серегу, малыша от Катюхи. Я, кстати, наполовину рыжий, кто не знал. У меня рыжая борода. Вот, вот здесь вот. Вот здесь рыжая и вот здесь вот рыжая. То есть вот, вот в этих местах у меня рыжая борода, поэтому я наполовину рыжий тоже. У бати у моего рыжая борода тоже. Она бесявая. Ну что, что поделать? Что поделать? Зачем эти усы? Эти усы, потому что я хочу показать то, что я бреюсь. И то, что у меня есть усы, то, что у меня растет борода, я хочу вот это вот показывать на народ. Что я не просто там какой-то гладкий мальчик, а вот что у меня есть борода, вот. Ну, так вот почище будет лицо. Каплю свел, нет, свожу. Вот, смотрите, вот моя капелька, она до сих пор еще. О, у меня веснушки тоже есть. Это я знал. Капля освоится в течение полугода. Элина норм, девочка, плохого никому не сделала. Да, она в целом никому плохого не делает, но просто вот ее вот этот вот деревенский гонор, он просто мешает городским жить. Кто ты по гороскопу? Я телец. Естественно, я никого не слушаю. У меня охуенные усы, ребята. Запомните это просто. Почему решил свести? Потому что я понял, что я татуировку эту сделал, когда переживал очень... Такой момент, когда я думал, что я потерял человека навсегда, но оказывается, я не потерял человека. Это меня потеряли. Ладно, шутки в сторону. Решил свести ее, потому что с тех пор, когда я набил эту татуировку, я стал очень много плакать.
Теперь я счастлив, улыбаюсь. И мне ни к чему эта слеза больше. Казань. Элина с Казани. Из-под Казани, я бы сказал. Там какая-то вот маленькая какой-то. Там маленький поселок какой-то там. Мне нравится, где Элина танцевала после тусовки с Настей Ильей. Не видел такого. Не знаю. Я многих вещей очень не замечаю. Может быть, не хочу замечать. Бывшая больше не лезет в ваши отношения? Нет, не лезет в наши отношения. Да, она и никогда не лезла. Просто, когда в моей жизни что-то начинает получаться, там что-то, мои какие-то старания приводят к каким-то результатам, обязательно приходит моя бывшая, начинает мне писать, я срываюсь и так далее, так далее. Всегда блокировала меня, а сейчас заблокировал я ее. Вот. Поэтому все. Катюха тоже очень крутая, сама очень крутая. Катюха очень крутая, у нее очень живые эмоции. Она очень добрая, она очень заботливая. Она веселая, мне интересно с ней, мне весело с ней, мне легко с ней. И это самое главное. Вот она как раз-таки, лиса. Лиса, сестричка. Лисичка. Какая ты красивая. Я? Да. Конечно. Очень. Ты так вкусно пахнешь. Да. Да, ты очень вкусно пахнешь. Я готов нюхать тебя всегда. Красотка. Просто красотка. Очень красиво. Мне очень нравится. А тебе нравятся мои усы? Да. Да? Пойдем, я возьму микрофон. Просто мне кажется, мне чьи цветы? Чьи цветы? А, молодец. Ну, она тоже кинула в блок, и мы, видимо, я тоже кинул в блок. Я тоже кинул в блок ее. Хватит с меня этой войны внутри себя. Хватит просто. Я буду жить теперь. Охуенно буду жить. Чьи цветы? Цветы для мамы Леши. У нее сегодня день рождения. Она, Катя, вот видите, позаботилась. Взяла цветочки. Подарит теперь от своего лица, может быть, от нашего лица. Прекрасная девчонка, что сказать. Вот, очень умная, рассудительная, с чувством юмора. Вот. Все, что надо. Все, пошли, дорогая. Слава.